грязью разобраться. Вот когда тает вот все, не пройти, не проехать. Чтобы пробок в городе не было, чтобы город был чистым и чтобы у метро было несколько веток. У нас гости города уж прямо с ума сходят, чуть ли не под электрички в метро бросаются, не могут вторую ветку найти. Там же в метро ветки нарисованы. Уже сколько администрация просили, уберите эти картинки веселые, как бы вот эти, да, проектируемые станции. Народ приезжает, он теряется, просто он ищет переходы эти, найти не может. Ну, вы считаете, что вторую ветку метро при Орлове мы не осилим, да? Да нет, конечно. Ну, будем объективно смотреть. Хотя бы начать, если. Чтобы куда-то прийти, надо хотя бы начать идти. Победить коррупцию, чтобы были деньги и на грязь, и на метро. Эпохальная задача. Нет, правда. И правда очень грязно в городе. Деньги ведь они же с неба не падают. Чтобы что-то делать, нужны деньги, чтобы что-то в жизни случилось. Благоустройство, да, в районах, чтобы, ну, потому что центр более-менее чистят, все еще хорошо, а вот где-нибудь на район выйдешь, там сортировка. Третье кольцо застроено. Страшное дело просто, там, если во дворы куда-нибудь зайти. Людям с колясками вообще не пройти. Нужно быть человеком, да, и знать, что есть люди, которые получают очень маленькую пенсию, очень маленькую зарплату, и социальные преобразования должны какие-то проводиться, хотя бы в пределах города. Не все так хорошо живут, как им кажется.